Немного о футболе. Кажется, имя Андрея Аршавина все чаще звучит рядом со словом «скандал», а не славится футбольными достижениями. Несколько дней назад в сеть попало видео, на котором бывший капитан сборной России приятно проводит время, нежно обнимая неизвестную блондинку. Ролик посмотрели не только мы, но и жена Андрея. Ее, конечно же, увиденное не впечатлило, и обиженная супруга набросилась на соперницу с оскорблениями и угрозами. Сам Аршавин пока никак ситуацию не прокомментировал. Везунчик.